Дорогие и возлюбленные братья и сестры, я всех сердечно поздравляю с днем нашего Пушкинского края. Наша земля, она богата историей, она имеет красивые здания, имеет хорошие дороги, прекрасные улицы, но самое главное, что имеет наша земля, это хороших и добрых людей. Господь через псалмопевца Давида в 126-м псалме говорит: «Если не Господь сохранит город, то зря трудятся стражники». Поэтому мы все ходим под Господом Богом. И я бы хотел пожелать всем нашим жителям любить друг друга, уважать друг друга, ценить то время, которое мы имеем, ценить тех людей, с которыми мы сталкиваемся в тот момент жизни, в настоящий. И, конечно, любить свой прекрасный город и район и беречь его. Я желаю всем доброго здоровья, мира и Божьей помощи. Храни вас всех Господь!